Всем привет! Давайте разберемся, почему же умирающему Джигурде запретили ходить. Актеру грозит инсульт. Прогнозы были самые худшие, но кризис миновал. Новость о том, что Никита Джигурда находится в тяжелом состоянии, поразила поклонников. Журналисты связались с артистом, чтобы справиться о его самочувствии. «Вчера из Парижа прилетела Марина. Она-то и вызвала карету скорой помощи», – рассказал Никита. «Я отказывался, говорил, что бессмертный. Но приехавшая бригада реаниматологов сказала, что промедление могло закончиться летальным исходом. Меня шатало, как пьяного, а давление было 230 на 110, потом 230 на 160. В любое время мог случиться инсульт. Запретили мне двигаться, посоветовали уехать куда-то на недельку и отлежаться», – продолжает артист. «Покой, ласка и строгий постельный режим, как обещают медики, могут уберечь меня от повторения криза. Напомним, что бесконечные судебные заседания, потоки лжи, давление прессы – все это не лучшим образом отразилось на состоянии здоровья артиста. В итоге, в ночь накануне очередного слушания в Кунцевском суде Москвы, у Джигурды случился серьезный приступ. Он подошел к судье и рассказал, что сильно ослаб. «Я крайне плох, поэтому впервые по моей просьбе перенесли заседание суда. Ночью у меня случился криз, справки я дал, таблетки, лекарства, меня колбасит». Именно так прокомментировал Джигурда свое состояние.